красивый мешочек. Шпинат с яйцом. Чтобы приготовить это диетическое блюдо, на растительном масле обжарьте лук, мелко нарезанный шпинат и чеснок. Расстелите кулинарную бумагу, выложите посередине готовые овощи и разбейте на них сырое яйцо. Сверните бумагу в форме мешочка, свяжите его ниткой и опустите в кипящую воду минут на 5. Перед подачей разверните мешочек и украсьте блюдо зеленью и тертым сыром. Легкая зеленая закуска готова.